Здравствуйте! В этом видео Аркадий Наумович дает технологию по восстановлению организма через клеточный уровень. Перед началом технологии мы решили дать немного вводной информации, чтобы не оставлять ее на конец видео и у вас была возможность полноценно поработать с технологией. Если вы впервые открываете подобное видео, то скажем, что с любой технологией нужно работать по конкретной задаче. Ну и конечно, чтобы работать этими технологиями, нужно понимать основы. Данная технология была озвучена на прошлом вебинаре, и если вы на нем не были, то есть возможность обсудить ваши вопросы уже на следующем занятии 25 мая. Подробная информация есть на главной странице. А на вебинаре 25 мая, кроме основной программы, будет даваться дополнительная технология по регенерации зубов. Многие из участников просили дополнительно раскрыть тему о регенерации. И вот на следующем занятии есть такая возможность, и мы будем работать с этой технологией. Чтобы изучить вопрос регенерации зубов более глубоко, мы вышлем всем участникам запись полного вебинара на тему основы регенерации, который проходил в сентябре прошлого года. Запись придет к вам сразу после регистрации на текущее занятие, и в итоге у вас будет два полноценных занятия, которые помогут начать познавать процессы регенерации. Ссылки на страницу регистрации и описание находятся рядом с видео. А сейчас Аркадий Наумович познакомит вас с технологией, как с одним из инструментов восстановления клеточного мира через коллективное сознание. Наблюдаем сферу глобального развития мироздания. Она состоит из нескольких частей. Сюда входит сознание Бога, сознание реальности, коллективное сознание. Находим в коллективном сознании информацию о вечной жизни. Вкладываем информацию в сферу. Есть. Эту сферу вводим в сферу своего сознания. Она находится на вершине пирамиды сознания. Основание пирамиды стоит на плечах. Вершина 30 сантиметров над макушкой. Ярко засвечиваем сферу на вершине пирамиды. Есть. Проверяем ровность свечения. Выравниваем свечение. Сжимаем сферу сознания в точку и вводим ее в гипофиз с импульсом на омоложение и вечную жизнь. Есть. Можно почувствовать, как проваливается внутрь ватный шарик. Гипофиз засвечивается. Есть. Уровень свечения означает восприятие сознанием гипофиза, импульса на омоложение и вечную жизнь. Рассматривая связи и информационный обмен между гипофизом и органами, можно проводить диагностику организма. Даем команду открыть вход в клетку лидер гипофиза. Есть. Входим сознанием в клетку лидер гипофиза, освещаем ее, высвечиваем, входим в ядро, рассматриваем ДНК хромосомы. Если есть искажения, обрывы, изломы, исправляем. Выравниваем спирали, находим жидкий кристалл хромосомы. В нем кристалл сознания клетки. Вводим в кристалл импульс на омоложение и вечную жизнь. Происходит вспышка лазурного излучения из жидкого кристалла сознания клетки. Есть. Вспышка лазерного излучения засвечивает все хромосомы ядра. Затем из ядра свет идет на рибосомы, на РНК и ДНК. Свет освещает цитоплазму клетки. Вся клетка начинает светиться изнутри. Есть. Свет от клетки лидера гипофиза идет по всем клеткам гипофиза. Клеточное сознание восприняла импульс на омоложение и вечную жизнь. Есть.
В сознании клеток гипофиза появляется новый образ. В этом образе мы видим себя в желаемом возрасте. Мы вечно молодые и здоровые. Образ не статичен, подвижен, мы чем-то заняты. Закрепляем этот образ импульсом души. Есть. Выходим из клетки лидера и видим гипофиз, состоящий из миллиардов точечных звездочек, сияющих внутри и снаружи, как елочная гирлянда. Из гипофиза выстраиваем связь серебристым световым лучом лазера с каждой железой и органом. Затем отслеживаем обратные связи. Например, входим в клетку лидер эпифиза и проделываем ту же работу, что и в гипофизе, и так далее. Включается обратная связь: железы, эпифиз, гипоталамус, таламус, тимус, щитовидная железа, поджелудочная железа, надпочечники, яичники, яички, матка, предстательная железа. Смотрим на свечение гипофиза, сознание индивидуального. Видим изменения в коллективном сознании. Свечение стало ярче, увеличиваем объем. Просим сферу жизни зафиксировать результат работы и самым гармоничным образом помогать. Благодарю, благодарю, благодарю. Вот такая технология.